Что от вас хотят висельники? В городе полный бардак с тех пор, как накрылись компании Эдуэй и Милнер. Вот Балдри накинулись на лакомый кусок. Спасибо, Джейкоб. В городе только я делаю амнибусы. Они требуют, чтобы я работал на них. Мы планируем основать единую транспортную компанию. Как там говорят в Америке? Вперед. Сделано народом для народа. Какой мы хотим видеть лондонскую главную амнибусную компанию? Эти гады завладели купчей на эту и транспорт. Вперед! Без нее у нас ничего не выйдет. Мистер Бейли, меня зовут мисс Прайд. Считайте меня вашим союзником. Вот так вот. Тихо, тихо. Молодец.
сюда нельзя! Какой язык вырвал? Судя по запаху, кто-то испугался! Люди Рота все поняли. Вашу семью не тронут. Ну, разве не сокровище? Основатели лондонской главной амнибусной компании. Все хорошие ребята. Мы мигом дело наладим. Спасибо, мисс Фрай. Не за что. Тебе конец!